сегодня 21 число, 21 августа. Завтра наши друзья улетают. А мы не знаю, когда, то ли 22-го, то ли 23-го. В общем, решила снять моречко. Сегодня оно волнуется. Волны опять. Ну, хорошо, солнышко вылезло, потому что вчера вечером была гроза, дождь. И сегодня днем тоже было пасмурно. Но мы на море пошли, хотя думаем просто полежать. А вот здесь нам солнышко такое вылезло. Говорит, ладно, девчонки, позагорайте. А вон мои карандаши в волнах плескаются. Вот две головы прям торчат. О. Шум моря. Надо запечатлеть, чтобы до следующего года наслаждаться. Ну, пляж такой заполненный, в принципе. Красный флаг. Вчера мы покатались на банане, и сегодня хотели еще покататься. Ленка не хочет. Я говорю, ну поснимаешь нас тогда. А пришли вон красный флаг. Видно, после вчерашнего никак не угомонится моречка. Вон какой малыш. Мы их прям накрывают этими волнами. Но здесь у берега, да, покруче волны. Там подальше как-то не так накрывает, а здесь прибивает. Это так здорово. Поселение. Занырнул. Там какие-то камушки красивые ищут. Даже не видят меня, не поворачиваются. Как далеко волны на берег кидает. Тоша! Тош! Тош! Ихтиандры! Побежали, побежали. Потушка. Застеснялись камеры, да? Делают это. Ага. Ой, она загорает. Это большущая. Угу. Ой, как хорошо. Прям сейчас вот сейчас я им завидую. Ну, по солнышку прошлись, нагрелись. Солнце горячее здесь, в принципе. Особо долго не обязательно держать.
А Тошка, он с папой шел. С папой шел. Смотри, повылазили. И вода как-то почище. Ага, сейчас тоже приду. А до этого снимала. Наверное, может, муть вся осела вниз. Наверное. Ж не пойму, что они там кидали. А где папа-то? Лезут, лезут. На солнышке погреться хотят. Обед. Давай, это, как он называется? Щавельный, да? Перчик вкусный. Смотри. Что, понравились котлетки, да? Ничего, кстати, котлетки вкусные. Да? Ты кушаешь кушай лапочку. Это завтрак наш. Обед наш. Ой, обед наш, да.